среду в Самарской области облачно с прояснениями. Возможен дождь. Плюс 24 днем, ночью 16 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-6 метров в секунду. В Сызрани ясно. В дневное время плюс 27, ночью плюс 16. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 16 градусов. Северный ветер 2-6 метров в секунду. В Самаре ясная погода, днем плюс 26, ночью 15 с плюсом. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Температура воды в реке Волга плюс 21 градус. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.